Да? И будем летать по трассе 200. Узбеков, все нормально? Ничего не нормально! Ты что истеришь при ребенке? Чего ты истеришь? Сколько раз тебе говорить? Ты что из нее пацана хочешь сделать? Если ей нравится. Чему? Чему учиться? Ей замуж выходить? Детей рожать в конце концов? Родит она. Ничего страшного в этом нет. Ничего ты не понимаешь? Вот что с тобой разговаривать? Вот это двигатель, сердце машины, мотор. По этим трубкам подается топливо. Вот это генератор. Он вырабатывает электрический ток. И при правильной работе машина оживает. А вы можете научить меня водить? Пожалуйста. Так, вот это рычаг переключения передач. Это педали, это, ты знаешь, руль. Это замок зажигания, включает двигатель. Все, тебя, наверное, дома потеряли. А Пашка узнает, она меня прибьет. А я не скажу, если мы прокатимся. Это уже наглёшь. Давай, давай, выходи. Выходи, давай. Kızım,
Может, покушаешь? Уйди, пожалуйста. Молодец, Алан. Ага, так. Вот папа. Молодец. А что это у тебя? Пойдем, Алан, ты умничка, проходи. А что у тебя папа, здесь? Машина. Это машина папы? Да. Ай, какая красота. А какое животное ты здесь нам нарисуешь? Животное нарисуешь? Давай. Кого будешь рисовать? Молодец, хорошо. Что нарисовал Алан? Бычка, да? Алан говорит, что это дракон. Отлично, похоже. Ансар, а кого ты нарисовал из животных? Давай. Это машина? Большая машина, красивая. Да. А куда вы едете на машине? С папой? Молодцы. Ансар, давай, молодец. У нас звонок, идем домой сейчас. Молодцы, дети. Сегодня у нас закончился урок. Принесите завтра ваши готовые рисунки, хорошо? Всем до завтра. Пойдем. Все, домой. Все. Молодец, Ансар. Умничка. Анечка, молодец. Карло, приезжай. Вот, решила в машинах ковыряться. Да, совсем с ума сошла. Кайрат, хоть по телефону с ней поговори. Хочет с работы уйти. Уже не знаю, как разговаривать. Да. Ну кто тебя замуж такую возьмет, а? Что люди скажут? Что наша дочка катается на каких-то машинах? Знай, если ты с работы уйдешь, можешь со мной не разговаривать. Поняла меня? Я хочу вам показать то, чем я занимаюсь на карьере. Входишь на вытянутую руку. Открываешь. Загрузят, и потом можно будет ехать. Ты хоть понимаешь, что из-за твоих видео у моего отца теперь проблемы? В смысле? Нам придется тебя уволить. Не надо уволить. В смысле уволить? Да, хотите, я удалю это видео? Издеваетесь? Что-нибудь о списке запрещенных профессий слышала? По закону мы даже не имели права тебя брать на эту работу. А знаешь почему? Потому что ты женщина. Женщина?
образом. Прости меня, что не верила в тебя. Я была не права. Но я не узнаю свою дочь. Моя Алмагуль была всегда сильной, уверенной в себе. Ну и что, что список? Ты всегда добивалась своего. Ты всегда находила выход из любой ситуации. Найдешь и сейчас. Долго. Хорош разговор. Сестренка, иди чайник поставь. Тебе надо сам и ставь. Бабу нашел, что ли? Главное тут посмеяться. У меня вопросов много было. Давай. Че ты? Не по теме. Говори. Голодный.